Выездный пленум Могилевской областной организации Белорусского союза ветеранов войны у Афганистане отбылся у Осиповичах. Основная тема встречи – работа по патриотичному выхованию молоди, вырашение питания у подтримки воинов афганцев, вызначение інших актуальных направлений громадской деятельности. Удельники пленума, керовники районных организаций ветеранов войны у Афганистане Могилевщины, а так само гости из Минска и Гомеля. Представники інших громадских объединений. Встреча началась с митингу памяти загинувших воинов-интернационалистов. Общественное объединение воинов-интернационалистов – это особые люди. Это те люди, которые приняли флаг победы в Великой Отечественной войне, сменяют ветеранов войны в нынешнем этапе и, безусловно, несут огромную роль в воспитании молодежи и сохранении тех незыблемых традиций воинства, традиций защиты Отечества. Удельников пленума уразила музейная экспозиция, просвеченная воинам-афганцам. Ее идейный натхняльник Юрий Петрович Корбан. Память вот эту надо сохранять. Если мы не сохраним память даже о той войне, которая недавно была совсем, что тогда уже говорить про Великую Отечественную войну? Основное пытание, что разглядели удельники пленума, это активизация деятельности усих районных организаций о патриотичном выховании молоди и по удосконалению оказания допомоги ветеранам войны в Афганистане. Поднимались вопросы улучшения финансирования наших организаций на мероприятия, те, которые мы проводим по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в основном. Как прогучало на пленуме, воины-интернационалисты разумеют, какая социальная миссия на их складывается. Мы должны рассказать и про Великую Отечественную войну, и про Афганскую войну. И я скажу, что есть у нас такие люди, которые это могут сделать. Их надо просто привлекать. Наприкінці пленуму удельникам вручили памятные подарунки и выказали слова подяки за добросумленную працу. Виталина Петрусевич, Александр Тарасов, новини региона.